Здравствуйте, дорогие мои! Это канал «Заметки нумизмата». Я Сергей Юрьевич. Тема нашей сегодняшней беседы посвящена новодельным монетам 1830 года чеканки. Ну, сами понимаете, что они датированы 1830 годом, а чеканились они где-то ближе к концу 19 века. Характерной особенностью этих монет является их очень высокое качество, потому что они чеканились специально для коллекционеров. И если обратите внимание, на них присутствует чеканный блеск, можно видеть всю красоту этих монет. Характерной особенностью является то, что на новоделах хвост у орла чуть-чуть уже, чем на оригинальных монетах. И, что самое интересное, стоит знак монетного двора СПБ. Во время регулярного чекана на Санкт-Петербургском монетном дворе такие монеты не чеканились. И кто немножко занимается коллекционированием, те знают, что такие монеты обычно идут с литерами ЕМ или СМ. А только в 1830 году, опять-таки с датой 1830 года, были монеты Санкт-Петербургского монетного двора. Мне посчастливилось, и мне в руки попалась подборка этих монет 10, 5, 2 копейки и копейка. Наслаждайтесь просмотром. Монеты шикарные, редкие, можно сказать, эксклюзивные. Санкт-Петербургский монетный двор, новодел, 1830 год. Это был канал «Заметки нумизмата». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся!